Конечно, с уважением. Конечно, нужно такие исторические факты, где было проявлено единство и мужество, их сохранять, их культивировать. Чтобы молодежь знала, да, что 22 июня 41 года пришлось нелегко нашим праотцам. Да, и то, что и я думаю, что летел недавно, читал про Александра Невского, тоже, что это был не великий человек, а чуть ли не предатель. Я думаю, что герои все-таки нужны. И, конечно, историю можно переписать. Я общался недавно с ребятами из Англии, которые русские ребята, которые там получали образование. То они говорят, мы на уроки истории не ходили, потому что там в Англии преподают, и в Америке, и в других странах, что Вторую мировую войну выиграли они. То есть как будто бы русские люди не приложили. Ну, история такая наука, которую, к сожалению, переписывают. И вот эта политика мне нравится, когда единство, когда уважение к национальностям, когда идет воспитание патриотизма. Потому что, когда идет воспитание патриотизма среди... Ничего, что я так умно говорю, нет? Я просто сам сейчас удивлен. Вот, когда идет воспитание патриотизма среди подрастающего поколения, им же с этим жить будет легче. Им будет просто это делается ради людей, непосредственно, не ради кого-то, не то, что мы будем смотреть на знамена там, с Лениным или с новыми какими-то лидерами. Это делается, в первую очередь, для самого человека. И я считаю, что главное не... Понимаете?